Учение свет. Старая поговорка получила новое прочтение. В школе номер 3 замена устаревших светильников уже близится к завершению. Вместо 12 люминесцентных ламп – 9 светодиодных. Этого более чем достаточно, чтобы детям не пришлось напрягать зрение, вчитываясь в учебники. Расстояние светового потока до парты, где ребенок, собственно, сидит, читает, учится, оно не соответствует освещенности, что, соответственно, влияет на зрение, это плохо, в конце концов. Вот. Данный светильник позволяет без риска для здоровья, то есть учиться, и световой поток достигается как и на уровне парты, так и ниже, то есть что, собственно, доказано применением специальных приборов. Необходимость назрела давно. Первая задача – забота о здоровье учеников, чтобы не портили зрение под тусклыми светильниками. Ну а руководство города увидело в новом свете расходы на электроэнергию. Эти лампы экономят от 40 до 60%, срок службы – около 6 лет. Да и затраты на замену не лягут тяжким бременем на бюджет города. Пока бюджет ни копейки мы не вложили, все это будет оплачиваться за счет экономии. То есть мы наблюдаем по приборам учета потребление электроэнергии. За счет экономии будет процент оплачиваться с этой экономии подрядчиком, который работает и выполняет. Срок реализации 5 лет, в течение 5 лет с экономией будет оплачиваться. Ни копейки бюджетных денег напрямую подрядчику не оплачивается. Подрядчиком выступает компания из Ижевска. В первую очередь меняют лампы в учебных кабинетах, затем возьмутся за коридоры, столовые и постепенно обновят освещение во всем здании. Процесс идет быстро. Сыграл на руку недельный карантин. В третьей школе все будет готово к понедельнику, а дальше подрядчики будут работать после завершения уроков. Планируем мы в первую очередь данную программу завершить в 6 школах. Это 3-я, 6-я, 9-я, 11-я, 13-я, 14-я школа. На следующей неделе подпишем еще один энергосервисный контракт на остальных 8 школ. После чего шаг за шагом светодиодные лампы придут на смену люминесцентным во всех 18 школах. Работу планируют завершить уже в этом году. А когда рассчитаются с подрядчиком, сэкономленные деньги обещают направлять исключительно на дальнейшую модернизацию учебных заведений города.